хотела пнуть нашего нынешнего министра культуры. Он тоже доктор исторических наук, я хотела сказать, что это ни о чем не говорит. Его замечательная книжка по пиару, там, от Ивана, от Ивана Грозного до кого-то там, не помню, Мединского, с фантастической фактической ошибкой прямо на обложке. Иван Грозный там идет под номером 3, на самом деле он Иван Грозный, 4 Иван Васильевич. То есть, ну вот если до такой степени у нас вообще уже как бы все обесценено и ниже. Поэтому что тут апеллировать к тому, что я доктор исторических наук? Нет, ну, с историческим образованием у нас отдельная беда и отдельная проблема.